9 апреля был дан старт самому сложному и ответственному третьему туру, на котором от участников требовалась устная защита эссе. В этот день свою честь защищали школьники 11 классов. Третий тур, пожалуй, самый творческий из всех туров, позволяет действительно выявить потенциал учеников. Как известно, профессия юриста – это, конечно, уметь говорить. Для представителей 9 и 10 классов 9 апреля стал днем более обстоятельного знакомства с Нижним Новгородом. Ребята и их руководители посетили литературный музей имени Максима Горького. Сейчас мы находимся на обзорной экскурсии по городу Нижний Новгород, в котором проводится Всероссийская олимпиада школьников. И в данный момент мы находимся в литературном музее, где рассматриваем различные экспонаты и различные объекты, которые относятся к истории Нижнего Новгорода. Дождь не помешал ребятам получить хорошие впечатления о городе и прогуляться по знаменитому историческому центру, любуясь его красотами.